Раменская гимназия номер 2 вошла в топ-100 лучших школ Подмосковья и по праву заслужила подарок, о котором объявил глава района Андрей Кулаков на праздничной утренней линейке. Речь идет о строительстве пристройки, которая разрешит вопрос обучения во вторую смену. А сколько же первочков переступило порог гимназии в этом году и волновались ли их родители, расскажем прямо сейчас.